тебя зовут? Аладдин, сын Али-Аль-Маруфа. Царевну нельзя брать за руку. А я уже взял. Все равно отрубите ему голову. Мустафа! Руби! Я держал за руку царевну Будур. И сейчас ты пойдешь свататься к султану. А вчера он сказал, что летал на драконе. Не здесь ли живет избранник счастья и хан удачи Аладдин? Аладдин? Мой сын? Это посылает тебе твой дядя. Я не знала, что у моего Али был брат. Не здесь ли живет Аладдин, сын Али-Аль-Маруфа? От дяди. От дяди. Они перепутали. Сейчас за этим вернутся. Где мой брат? Где мой брат Али-Аль-Маруф? Али-Аль-Маруф умер и погребен 3 года назад. Я, шайтан ар-раджим, вас-вас. Я был его лучшим другом. О, несчастный мой брат! О, горька и жестока моя судьба! 40 лет я скитался по свету. 40 лет я думал о том, как вернусь домой, заключу брата в объятия. Ну, у моего Али не было брата. Так это целая история, почему он думал, что я умер, и никогда меня не вспоминал. Я когда-нибудь расскажу ее. Где? Где было любимое место покойного? Али! Али! Где мой племянник Аладдин? А теперь, мой возлюбленный племянник, скажи мне свое самое сокровенное желание. Я исполню его. Он попросит у вас луну с неба. Только что посылал меня сватать. Кого бы вы думали? Царевна Будур. А может быть, у него вселились джинни? Я его вылечу. Оставь нас. Знай, 40 лет я обучался алхимии и волшебству у лучших магов Магриба. 40 лет я потратил на то,
чтобы сделать 5 волшебных порошков, открывающих двери темницы, дурманящих разум. Ханнова хинна, хинна хонна, ханнова ханна хан. Но-но. Доверься мне, я тебе помогу. Мы куда, дядя? Заколдованный город. А зачем? Знаю, возлюбленный Аладдин, тебе одному суждено проникнуть туда, откуда не возвращался ни один смертный. Там хранится старая медная лампа, повтори. Старая медная лампа? Ты принесешь ее мне, и твои желания исполнятся. Кадыр. Хамел вас тогда. Я маломатский. Ахла. Иди. Иди, не бойся. Сюда!
Что ты делаешь, дядя? Дядя! Я Шамхуна. Аладдин! Аладдин! Куда же ты? Скорее вернись! Аладдин, я пошутил! Аладдинчик! Слушаю.